хочеться продовжити тему здоров'я. І у 30 травня, зокрема, в світі відзначається Міжнародний день розсіяного склерозу. Саме згадують цю хворобу, і про неї ми будемо говорити далі з нашою ранковою гостею. Дозвольте, я представлю. До нашої студії завітала Оксана Борисенко, завідуюча неврологічним відділенням обласної лікарні. Доброго ранку вам. І от, да, от начебто таке поняття склероз, думаєш про проблеми із пам'яттю, да? Думаєш, що це якісь проблеми віку, що це люди там 60-70 років, але ж розсіяний склероз вражає в основному молоде населення, хлопців, дівчат. Так що ж це за склероз і чому він розсіяний? Давайте розбиратися. Добрый день, спасибо большое за приглашение. Действительно, рассеянный склероз – это не тот склероз, о котором все говорят и любят говорить. Это достаточно серьезная, хроническая, медленно прогрессирующая, дегенеративное и воспалительное заболевание, которое поражает в первую очередь молодых людей. Это от 15 до 45 лет. Это сложное заболевание. Во всем мире оно распространено. И около 2,5 миллионов людей страдают в мире на рассеянный склероз. И все больше и больше эта цифра срастает. Чому так відбувається? От чим це викликано? Тому що, ви знаєте, от я зі свого прикладу, ще там 4 роки потому, 5 років потому не була так ця хвороба популярна, давайте скажімо так. Зараз вона зростає. Чому так відбувається кількість? К сожалению, рассеянный склероз – одно из самых загадочных заболеваний вообще в медицине и в неврологии в частности. Оно имеет сложную природу. Оно возникает на фоне генетической предрасположенности вследствие дегенерации нервной системы, на фоне или под влиянием инфекционных различных заболеваний. А так как много инфекций, в наше время много аллергизации организма, патологии иммунной системы. Поэтому я думаю, что распространение рассеянного склероза будет больше и больше и в мире, и, к сожалению, в нашей стране. Яка діагностика? Я читала, що дуже важко діагностувати на ранніх стадіях, можуть пройти місяці до півроку. Отож, на що звертати увагу? Які вони ті тривожні симптоми? От, щоб зрозуміти. Заболевание очень сложное, оно базируется на клинической картине, на лабораторной диагностике и на инструментальной диагностике, нейровизуализации. Но если сказать проще, для пациентов, для жителей, то это любые симптомы выпадения функций нервной системы, начиная от изменения зрения в первую очередь, в частности, мелькание мушек перед глазами или выпадение полей зрения, или какое-то искажение зрения, а также слабость в конечностях, внезапно возникающее головокружение, слабость в ногах, какая-то втома, изменение функции тазовых органов. И все это приходит и уходит, мелькает. Такая то симптоматика рассеянная. Правильно? Так, и тому мы говорим, да, мы поэтому и говорим то, что он рассеянный, этот склероз. То есть симптоматика самая разнообразная. И самое вот, что говорит об этом... Симптоматика є, симптоматики нет, это признак того, что что-то не в порядке в нервной системе. Ну, дійсно, ви говорите втома. Ну, наприклад, щодня ми відчуваємо втому, да, став о 4-й ранку, ліг там у 2-й годині, начебто втома нормальна, да. Голова болить, ну чому? Тому що спека, і ми не звертаємось до лікаря, правильно? І тому, може, і за цього ми запускаємо цю хворобу, чи як? Втома буває різна. Так, давайте тоді зупинимося. Так, та втома, яка, якщо раніше у пацієнта не було, при таких симптомов утомления от обычных дел, от того обычно прийти сварить кофе, выпить с утра, ему надо полежать, он устал. У него возникает слабость масштабная, да, такая необычное состояние пациента. Я зрозуміла. Ну, окрім втоми, ще давайте от такі Значить, ознаки. Возникает онемение, випадіння функції чувствительної зі сторони нервної системи. Чоловік не чувствує руку, чоловік не чувствує половину голови или цілу голову. Тобто возникают такие перемежающиеся симптомы с одной стороны тела на другую сторону тела. То есть чем опасно? Человек молодой, он трудоспособный, он устал, полежал, поспал, да, не обратился к врачу один раз, второй раз. Иногда эти симптомы протекают на ногах, а иногда в течение нескольких дней отлежался, не пошел. А это уже могут быть признаки так называемого клинического изолированного синдрома или дебюта рассеянного склероза. Вот так. Ну, а вік все ж таки переважно, вот такий найбільш ризикований, тому що він там починає від 15, да, закінчує 30, все ж таки. Вот, більше... Ну, найбільш часто это где-то от 20 до 35 лет. Угу. Чаще цей промежок часу. Угу. Як лікувати?
куди звертатися? От що робити, якщо ми запідозрили в себе от ті ознаки, про які ми говорили з вами? Ну, в першу чергу, потрібно обратитися к своєму сімейному врачу, пожаловатися. Здаються звичайні аналізи, і коли врач при опросе пациента, сборе его анамнеза, заподозрил нарушение функции нервной системы, он направляет его к неврологу по месту проживания. Невролог направляет на исследование нейровизуализацию, на МРТ, КТ-исследование. КТ-исследование нам не подойдет, МРТ-исследование. И уже на МРТ-диагностике возникают определенного рода подозрения на это заболевание. Там обнаруживаются очаги демиелинизации, так называемые. После этого пациента чаще госпитализируют в стационар, неврологическое отделение, и уже там проводится окончательная диагностика, потому как необходимо сочетание клинические, лабораторные и рентгенологические признаки заболевания, так называемые критерии Макдональдса. Во всем мире они пересматриваются, впервые были выявлены в 2001 году, уже есть последний пересмотр, разные критерии, каждый год они пересматриваются. Есть последний пересмотр 2017 года. Взагалі, вилікована хвороба чи ні? І як довго лікувати? Я розумію, що якісь терміни ставити, ну це, знаєте, справа така, але все ж таки, чи вилікований він до кінця? Каждый пациент должен надеяться на лечение, на хороший исход заболевания. Заболевание хроническое, оно, к сожалению, неуклонно прогрессирует и часто имеет достаточно неблагоприятный прогноз. Существуют разнообразные типы лечения, течения заболевания. Есть очень доброкачественные, когда обострение не наступает очень долго. Есть молниеносные, злокачественные течения заболевания. Поэтому нужно надеяться на лучшее, нужно обращаться к врачу и правильно вовремя его диагностировать заболевание. А все ж таки, что делать, чтобы его уникнуть? От, знаєте, от методи профілактики. Від грипу ми можемо там вакцину зробити. Як бути тут? Чи, наприклад, легені хвороба, піти флюорограму зробити. Як в даному випадку? Як уникнути цієї хвороби? І може є якісь профілактичні міри? Значить, заболівання має генетичну предрасположеність. Раніше вважали, що воно звичайне заболівання, але, к сожалению, воно генетично предрасположене. И распространяется оно больше к северным областям от экватора. Да, у нас цікаво. В южных областях меньше болеют на рассеянный склероз. Поэтому, что ж на це може впливати? Такое особенное заболевание. Сейчас считается, что солнце должно влиять на пациентов. Говорится о благоприятной роли витамина D на благоприятный исход заболевания. Поэтому вот вам один из профилактических моментов. Да, на солнце нужно бывать, но не жариться на солнце, не загорать. Теперь, как и при многих наших заболеваниях, нужно пациентам избегать острых углов, так скажем. Нужно вести здоровый образ жизни. Доказана абсолютно прямая зависимость от того, чтобы влияние неблагоприятного влияния на курение на организм пациента. То есть 100% доказано, что пациентам, имеющим демиелинизацию, курить нельзя совершенно. Правильно спать, правильно есть, вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой. В общем-то, это самые обычные методы профилактики. Да? Мы не оригинальные, скажем так. Да, мы не оригинальные, но, в общем-то, это доказано. Так. Это доказано наукой, не нами. Вот так. Тобто треба себе берегти, вести здоровий спосіб життя і будемо жити довго, я сподіваюся, і здорово. Дякую вам, Оксана Борисенко, завідуюча неврологічним відділенням обласної лікарні, була в нас цього ранку. Дякую, що нагадали про цю хворобу, тому що дійсно про неї говорять начебто небагато, да? Але все ж таки кількість хвороб наростає. Тож дякуємо вам, бережіть себе, будьте здорові.